То, что происходит на азербайджано-армянской границе, нетрудно было предугадать. Вспомним историю 30-летней давности, когда Армения выиграла Первую Карабахскую войну и с позиции силы диктовала Азербайджану свои условия, заняв не только Нагорный Карабах, но и прилегающие к нему территории, предлагала Азербайджану некие переговоры. И то, что мы видим сегодня, это ровно с точностью да наоборот ситуация, только по итогу Второй Карабахской войны. Об этом, как передает канал 13, заявил украинский военный эксперт, автор одноименного аналитического YouTube-канала Юрий Подоляка в своем видеоблоге, комментируя ситуацию в районе Черного озера. По его словам, Азербайджан, прекрасно понимая свою силу по отношению к Армении, начинает давить все спорные моменты, просто пытается развить политический успех. Азербайджан хочет с позиции силы разговаривать с Арменией о демаркации границ, пользуясь тем, что внутри Армении полный разброд и шатание, деградация государственного устройства, подчеркивает Подоляка. На самом деле то, что сейчас происходит, это было нетрудно предугадать. Давайте вспомним историю 30-летней давности, когда Армения выиграла Первую Карабахскую войну и с позиции силы диктовала Азербайджану свои условия. Как мы помним, Армения тогда заняла не только территорию Нагорного Карабаха, но и значительную территорию прилегающих к нему азербайджанских, чисто азербайджанских земель. И опираясь на эти достижения, далее Армения предлагала Азербайджану некие переговоры. Сейчас то, что мы видим сегодня, это ровно с точностью до наоборот ситуация только по итогу Второй Карабахской войны. То есть Азербайджан, прекрасно понимая свою силу по отношению к Армении, он просто начинает давить все спорные моменты. То есть он просто пытается развить политический успех, и даже если ему не удастся закрепить за собой некие вот спорные территории, это в любом случае будет аргументом для усиления своих переговорных позиций, а в любом случае рано или поздно начнутся переговоры о демаркации границ. Ну и соответственно нахождение на спорной территории воинских подразделений одной из сторон, оно является усиливающим фактором. То есть на самом деле эту ситуацию надо рассматривать так. Азербайджан хочет с позиции силы разговаривать с Арменией о демаркации границ, пользуясь тем, что внутри Армении полный разброд и шатание. Я бы даже сказал, деградация государственного устройства. Почему я так считаю? Я уже в предыдущем материале рассказал, что как вообще должно действовать, когда идет, ну, если ты считаешь, на твою территорию вторглись чужие воинские подразделения, как в таких случаях действует государство и армия. Она дает отпор. Если есть союзники, дав отпор, она призывает союзников, в данном случае ОДКБ, помочь защитить территорию страны. Почему до сих пор Армения этого не сделала? Если мы внимательно посмотрим, о чем просит сегодня Никол Пашинян российскую сторону ОДКБ, это помочь решить спор. Вот Мурада и помогает решать споры. И вы знаете, сегодня, когда говорят о том, почему ОДКБ до сих пор не бомбит Баку, почему ОДКБ не защищает Армению, и очень многие люди в комментариях к предыдущему посту написали, что НАТО в такой ситуации поступило бы иначе, эти люди либо заблуждаются, либо врут сознательно. Любая страна НАТО, если на ее территорию было вторжение со стороны какого-нибудь сопредельного государства, и она не решила сама защищать свою территорию и не обратилась в НАТО за военной помощью, она эту помощь никогда не получит. И это прописано в уставе НАТО. Точно так же и в ОДКБ. Если Армения до сих пор не посчитала необходимым с оружием в руках защищать эту территорию, которую Азербайджан и Армения, как мы понимаем, считают сегодня спорной, и после того, как она начала это сделать, не перед тем, а после того, как она начала это сделать, она обратилась в ОДКБ, какие могут быть претензии к ОДКБ? Не выполнены формальные условия помощи. И по каким-то политическим причинам армянская сторона упорно этого делать не хочет. И это наводит на мысль, что это сделано сознательно. Почему сознательно? Давайте встанем на место премьер-министра Армении. Да? Проиграна война в Карабахе. Ну бог с ним, Карабах это не Армения. Но со стороны азербайджанской стороны уже давно, не один месяц, слышатся разговоры о том, что есть спорные позиции, есть спорные территории, которые будут оспариваться Азербайджаном в будущем. Причем все эти территории известны заранее. То есть в том числе и Черное озеро. Почему на протяжении многих месяцев эти территории вообще никак не были защищены? Хотя бы блокпостами армянских пограничников. Да, можно сколько угодно говорить о том, что там горы, снег, морозы бывают. На то она и армия, чтобы преодолевать трудности. Когда снег и морозы отменяли защиту государственной границы? Особенно в спорных регионах против страны, которая очевидно в ближайшее время может потребовать эти территории к себе.
И то, что на протяжении нескольких месяцев ничего здесь не было сделано, говорит о очень глубоком системном кризисе армянской государственности. Причем этот кризис был виден даже во время Карабахской войны. Я лично не видел массы толпы записывающихся добровольцев, жителей Армении, которые хотели ехать защищать Карабах. Ну, Арцах они это называют, да? Ну вот не видел. Да, были, приезжали из-за рубежа там несколько сотен человек, которых, естественно, отправили в Карабах. Да, и в Армении тоже такие были люди, но это были не десятки тысяч и даже не тысячи, это были сотни людей на 2,5-миллионную якобы Армению. А вот желание уехать из Армении в это время было и довольно большое, и даже правительству Армении пришлось закрыть границу, чтобы население не начало убегать с территории, собственно, самой Армении.